Сегодня топовый ремонт. Это у нас называется детский велосипед. Мы ремонтируем детские велосипеды. Ремонтируем. Чего здесь не хватает? Угадайте. Ребенок до педалек не достает ногами. Ему педальки нужны вот здесь вот. То есть здесь слишком далеко. Здесь нужны педальки. Сейчас будем колхозить ему детские педальки сюда. У вас веломастерская? Да. Велик чините? Да. Это же велик? Да. Сделайте мне, чтобы педали не крутились. Хорошо. Такой клиент пришел сегодня. Говорит, если не сделать, я обижусь. Там шпилька законтрена, термоклеем все замазано. Не знаю, если начнет проворачивать, тогда она будет длиннее шпильку и сажать на какую-то эпоксидку. В принципе, ребенок маленький, наверное. Я надеюсь, что все это будет работать. В такие вот мы чиним велики. Необычные.